Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по двум новеньким кранам. У меня есть видео. Значит, все замечательно, друзья. Краники платят. Можно выводить их на биржу Binance. Но, друзья, после регистрации в обязательном порядке нужно подтвердить электронный адрес, почту свою. Значит, как выводить на Binance? Вот здесь можно вот скопировать вот эту название Z. Копируем, переходим на биржу. Вот биржа Binance у меня. Вот сюда в поисковик вставляем нужную нам монетку. Как ставится она? Так, сейчас ставим. Так. И вот, пожалуйста, наша монетка Zcash. Вот она, господи. Что это наше? И вот здесь кликаем «Ввод». Нам сейчас генерируется адрес этой монетки. Вот ваш адрес. Вот это у вас, у каждого свой адрес. Вы этот адрес, друзья, копируете. Идете на кран. Так. И нажимаете «Мои награды». И вот сюда прописываете свой адрес. Вот в эту графу. Нажимаете «Сохранить изменения». Далее мы копируем теперь PVX, так как здесь две монетки. Опять идем на Binance. Так, основной аккаунт. Таким же образом мы вставляем в поисковик. Так, вот, поиск, так, поиск монеты. Вставляем. И вот, пожалуйста, наша монетка. Опять вот, так как мы будем сюда выводить. Кликаем. И также сейчас генерируется адрес. И вот здесь вот ваш адрес. Вы его копируете, вот этот адрес. Идете сюда и вставляете. Нажимаете «Сохранить». И еще я вам хочу посоветовать. Вот здесь такое вот написано. «Сообщите мне, когда монета будет готова». Я кликнула, поставила галочку сюда и сюда. И мне на почту приходит уведомление, то, что можно собирать монетку. Вот эта монетка PVX. Я собираю ее раз в 24 часа. Вот Zen бывает два раза в день. Не знаю почему, но мне бывает днем и бывает вечером приходит сообщение о том, что я могу собрать. Как-то я не знаю. Вот. Когда один раз, когда два раза. Ну, вот такое вот бывает. Далее, по рефералам. Те, кто приглашает партнеров. Здесь минимальный вывод, так, от 20 тысяч, по-моему. Вот здесь маленькими буквами, друзья, я не вижу. Слепая. Ну да, ну вроде как. Сейчас даже. Да, 20 тысяч. Вот. Когда наберется нужная сумма, они переведутся к вам на кошелек. Автоматически. И тут 4 уровня партнерка. 5, 3, 2, 1%. Значит, и я уже сейчас не могу собрать, как бы. Я собираю вечером. С вечера я собрала. Так.
и мой счет. Вот здесь моя история. Вот все монетки мои выведены. Так, и сейчас я открою вам кошелек. Вы на биржу Binance, но я себе установила кошелек, как бы на компьютер. И вот все мои претензии, вот они все здесь, как бы, все собраны. Это Zcash, но здесь с двух кранов у меня идет. А это PVX, с одного краника у меня все собирается. Ну, завис, наверное. Здесь как бы сумма в монетах, а здесь в долларах. 14 центов вот у меня это все в долларах. И вот у меня здесь уже 1 цент набран. Такое вот количество PVX. Так, вот это теперь я включаю Z. Как я сказала, это все с двух краников у меня здесь выводится. Переходим теперь сюда. Идем на другой кран. По этому кранику все понятно. И сбор идет как бы в основном 24 часа. Но вот приходит уведомление вот по Zcash. То один раз, то два раза. Ну, вот как-то так. Ну, конечно же, я сразу иду и собираю монетку. Теперь вот этот краник. Global Hive. Также у меня здесь все собрано. После 5 дней как подряд здесь вот это загорается, нам дают бонусные тоже монетки, как и вот в этом же кране. Точно так же будет. Вот. Здесь что? Здесь изначально вот было написано вот в этом крайнем окошечке, что вывод производится по понедельникам. У меня все в обработке изначально было. Вот, и невнимательно, я уже думаю, почему так в обработке, пока вот я уже начала детально все тут читать, изучать, и вот было написано. Теперь же как бы платят. Раз 24 часа, друзья. Вот, опять же, нужно в обязательном порядке подтвердить электронный адрес. Значит, мой счет... Так, нажимаем настройки. Как адрес копировать и вставлять с биржи Binance, я вам показала. Это не туда я зашла. Так, награды. И вот здесь также вы будете вставлять свой адрес с Binance, скопируете Zcash. Только что я вам показала. И здесь вкладочка «Сохранить». Вы его сохраняете. И на биржу Binance вам будет идти вывод. Вывод. Так, теперь по выводу. Боже мой. Опять нажимаю «Мой счет». История претензий. И вот все выводы, как бы, они вот с этого крана также идут. Вот здесь как бы 1, 2, 3, 4, 5, 6, последних 6 транзакций. Вот 18, 19, 20, 21, 22, 23. Все уже как бы в кошельке вот у меня они. Так, с этим разобрались. Теперь, так, ну я сразу удаляю этот кошелек, чтобы он здесь не мешался. Переходим на кран, вот на этот Horizont я собираю вот монетку. Я еще сегодня не собирала. Это такой же, вот я, друзья, думаю, вот от одного они админа или нет. Вот, ну здесь тоже суперский кран, я с него очень довольна этим краном. Вот, давай грузись. И вот сейчас я вот соберу с него монетки. Я с него вот утром. Мне бы вот эти как бы... Эти я около 10 часов вечера собираю. С двух этих кранов. Вот. И нажимаю запрос. И вот у меня мои награды. Мои начисления. Вот.
мне начислили столько количества там монеточек. Так, сейчас обновлю. Видите, у меня, я 5 дней подряд захожу, у меня появляется, как и вот в этих двух кранах, то же самое будет. Мы кликаем, и также нам пойдет награда. Можно выиграть одну монетку. Или в основном мне вот почему-то выпадает вот такое количество постоянно. Так, нажимаем «Играть». И вот мне вот такое количество монеток придет на кошелек. Нажимаю «Закрыть». Все, видите, огонек вот этот синенький пропал. И теперь только через 5 дней. Теперь идем вот у меня мой кран. Кран, говорю, кошелек мой. Изначально я тоже вот эту монетку на Binance выводила. Потом они сказали, чтобы устанавливать кошелек. Ну, пришлось устанавливать. На данный момент монетка моя стоит $9. Вот здесь, ну, монетка то растет, то падает. И вот у меня 64 монетки пока. На сумму 5,73. Сейчас я нажму, перейдем. Ну, через несколько минут придет как бы моя выплата. Ага, вот они, пейдинги, мои монетки. Уже видим. И еще придет мой вывод. Вот. Вот, секунду. А это я собирала час назад с Faucet. Как этот? С Faucet Crypto. Я вывожу тоже вот монетку. Вот, все мои тут тоже транзакции. Вот так ушки я собираю монетки. Кому интересно, собираем. Не интересно, друзья, не собираем. Как говорится, дело хозяйское, каждому свое. На этом буду заканчивать. Так что устанавливать. Я знаю, у меня есть рефералы. И вот, друзья, по этому крану я забыла вам сказать по рефералам. Так, мой счет направления. Если вот в этом кране здесь собирается определенная сумма, и потом уже вам выведется на кошелек на ваш, то здесь как у вас будет вот ярко-зеленым таким салатовым гореть. Вы кликаете и собираете монетку. Ваши реферальные денежки. Вот. Ну, в принципе, на этом буду заканчивать. Всем удачи. До новых встреч.